Здравствуйте! В эфире программа «Вести Приморья». В студии Данил, Компанец. Уникальное видео сняли приморские ученые. На камеру попало пение мурского тигра. Услышать полосатого хищника – большая редкость. В отличие от домашних кошек, рычать тигр может, а вот мурлыкать нет. Напугать своим грозным голосом тигр никого не планировал. Он звал свою подружку.